Enrique s'aperçut sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel je partais. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et sans faire quelque chose. Thank you.
Повесила объявление уже в своих социальных сетях, многие написали, не успеем из Германии прилететь. Ну хорошо, зато есть интернет-трансляция. Так, хорошо. Сейчас прозвучит песня, которая является одной из моих любимых в репертуаре Эдит Пиаф. «Я не жалею ни о чем». Так называется песня, и это та песня, которую я так и не спела на проекте «Голос». А как я ее хотела спеть? Потому что каждый человек может сказать такие слова, которые прожил хотя бы лет 20. Я не жалею ни о чем. Однажды, знаете, выступала гостем на какой-то свадьбе, спела перед тем, как спеть эту песню, сказала, это песня невесты. Я не жалею ни о чем.
Спасибо большое. Сейчас прозвучит песня, которая все-таки прозвучала в проекте, который дал мне очень много. Во-первых, познакомил с удивительными людьми, с верными друзьями. Вы знаете, самое, наверное, ценное, когда тебя приходят поддержать не те люди, которые... Не только те люди, которые любят творчество, или хотят познакомиться, или просто пришли отдохнуть в клуб. Когда приходят коллеги поддержать, и мне очень приятно, что сегодня присутствует мой друг, я могу так сказать, 100%, вместе с супругой. Это человек-звезда Азербайджана, звезда Баку, или уже не только, потому что его любят в России и в гостях тех стран, где видели проект «Голос». Марина Аскеров! Его супруга Айгюн Тагиева. Тагиева или Аскерова? Я даже не знаю, как тебе. Аскерова Тагиева. Спасибо большое, ребят. Очень, очень неожиданно. И очень, очень приятно, тем не менее, очень приятно. Итак, самая медленная песня в моем репертуаре. Let's go.
без ночи, когда у них обило. Thank you.
Ich nehme Schätze, ich nehme
любимая песня Фарида Аскерова. Он обещал, что давай я эту песню сделаю. Чем больше эти песни будут исполняться, тем наверное, лучше, тем крепчает наша творческая и какая-то межсемейная любовь. У Фарида очаровательные три мальчика, которые сносят нам всем голову, потому что они все такие классные, такие аскеровые. Аскеряны такие маленькие. Вот, поэтому я буду счастлива, если ты эту песню споешь. Не важно, на азербайджанском или на русском, или не важно на каком. Я думаю, что мы... Сейчас я загляну в шпаргалку и скажу. Я просто сейчас думаю, поскольку наша программа в таком очень произвольном и таком очень свободном режиме, я просто, пока вот прозвучит финальная песня первого отделения, на такой лирической ноте я хотела говорить тебе, хотела тебя попросить спеть одну из твоих самых любимых песен. Не знаю, когда мне еще удастся тебя об этом попросить, так, знаешь, чтобы я стояла на сцене, а ты стоял в зале, и ты так улыбался, и микрофон хороший. Потом Фарида Аскерова на сцене! Всем доброго вечера, здравствуйте. Я тебя поздравляю, что участвую в концерте. Сейчас снова пришли сюда те люди, которые тебя очень любят. Я всех приветствую, хочу поприветствовать от всей души, поблагодарить всех. Потому что... Хотя бы немножко, но болели за меня на голосе. Спасибо большое. Спасибо. Thank you.
Thank you.
Алексей Балабанов, бас-гитара. Артур Газаров, ударные инструменты. Я думаю, легенда российского джаза. Этот человек скромно всегда с одним в углу сцены, но он делает очень большое дело. Владимир Галактионов. Труба и труба. Мы прервемся буквально на 15-20 минут. Не выходите никуда, очень вас прошу, потому что дальше пойдут песни уже моей молодости на английском языке. Добрый вечер. Наше второе отделение претерпело небольшое изменение, уже стихами начинаю говорить, в связи с просьбами, вашими просьбами. Поэтому я учла. Юра, не будет этой песни. Лето 42-го сегодня не поем. Начинаем мы с удивительной песни, которая пока счастлива. Спасибо большое. Спасибо, что вы пришли. Фарид Аскеров. Альбина Аскерова. Зачем? Так надо. Here, there, everywhere. В общем, песни группы Beatles вошли, даже не вошли, они ворвались в мою жизнь. Какой-то периодом взросления, потому что благодаря моему брату я стала потихонечку узнавать голоса, я стала запоминать песни, я стала запоминать целыми альбомами песни Beatles. И, конечно же, когда я уже начала выступать профессионально, я не могла обойти вниманием тот факт, что эта музыка была в моем сердце. Here, there, everywhere. Это называется песня. Truly the better life, I need my home to be somebody
Рядом с Кавказским хребтом вино приобретает совершенно другое значение и другой вкус. Пусть меня зарежут те, кто считает, что я не права. Вот. И вот представьте, что вы и есть то самое дуновение утреннего ветра, утреннего такого бриза. Хотя бриз, наверное, у моря только бывает, да? Неважно. В общем, нам нужно с вами спеть две ноты. Но на цепном дыхании. Это значит, что когда вы поете, ваша соседка дышит. Ваша соседка поет, вы дышите. Главное, дышите. Ну, если вдруг забудете вздохнуть, то у нас вот там сзади врачи. Вот, поэтому они, если что, они все в белом, как раз, если что, помогут вовремя вздохнуть. Ты будешь с нами петь? Да? Скажи да. Ну, пожалуйста. Ну, тебе трудно, что ли?
ладно. Хорошо. Я покажу, ну, покажу эту ноту и покажу, что потом с ней надо будет делать. Попробуем. Хоть Фарид и ушел, я думаю, что у нас получится без профессиональной вокальной поддержки тоже хорошо получится. Продолжаем. Пока воздух не кончится. Потом кончится воздух, вы дышите, а вы поете. Когда я покажу вот так, немножко снижаемся, а потом опять возвращаемся наверх. Господа врачи, я вас, конечно, уважаю, но если вы не перестанете разговаривать, то песня не состоится. Не отвлекаем доктора Джаяни, профессора Джаяни. Мои однокурсники. Я училась в Московской медицинской академии, имею диплом, но по диплому никогда еще ни одного пациента не вылечила. Больше как-то... Больше верю, да. Поем, да? Этери.ру. Вот, поэтому там есть вся, ну и почти вся информация, а так есть социальные сети для того, чтобы общаться и узнавать новости друг о друге. И песня называется «Страна цветов». Хвалилебис квэнанай
Thank you.
ситуацию, потому что, ну, мало ли кто-то узреет в этом какой-то, я так думала, но я так ошибалась, буквально, это уже был сентябрь, это же не август, был какой-то концерт, и я уже так же подошли, как, ну, что вы поете джаз, спойте грузинские песни, мы же так их любим. Это было откровение для меня. И, конечно же, когда были слезы, а сейчас, если даже если наворачиваются, это слезы счастья, потому что я имею возможность, счастье, удовольствие петь свои любимые песни для вас. И это звучит в виде просьб иногда. Извините, что
что я забываю иногда эти песни исполнять. Но для этого есть вы. Спасибо. And while I got a hold of me, I couldn't change.
Спасибо большое. Don't easy, I really hope.
для вас еще раз представлю. Юрий Луценко. Алексей Балабанов, бас-гитара. Артур Газаров, ударный инструмент. Владимир Галактионов. Меня зовут Этери Бериашвили. До новых встреч. Спасибо. Salud, salud.